Таити, куда вели захватчика все нити. Был схвачен сын чернокожего короля, в рабство выбита из-под ног его земля. На его глазах убили всю семью, сожгли дома, но спас он жизнь свою. Избран предводителем восстания рабов, Бюкшаргаль, мститель, для борьбы готов. Пленников своих он не казнил, из милосердия и своей веры исходил. Пленных увозили с острова долой, лишь пометив чуть лицо золой.